Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Power Device. Недавно я снимал ролик, как на Xiaomi установить супервиджеты. Они устанавливаются на 99% Xiaomi и Redmi. Сейчас же появилась возможность установить еще одни похожие виджеты, но в них уже будут присутствовать те самые животные, которых так нахваливали Xiaomi в своей MIUI 14. Сразу скажу для тех, кто думает, что все это очень сложно. Это делается очень легко и всего за 2 минуты. Мы всего лишь создаем бэкап и подменяем его на другую версию. Также абсолютно никаким плохим образом это не повлияет на ваши смартфоны Xiaomi. Итак, давайте поставим эти виджеты себе на смартфоны. Зайдем в настройки, о телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство, вводим здесь свой пароль, дожидаемся загрузки данных и снимаем те галочки, которые выделены. Теперь нажимаем сюда, другие данные, листаем вниз, выделяем рабочий стол, создать резервную копию. Друзья, именно эту резервную копию нам просто нужно подменить на ту, которая с виджетами. Вот и все. Жмем «Завершить». Идем на рабочий стол. Теперь смотрите, это версия бэкапа, в которой находятся виджеты, которые нам нужны. Ее нужно подменить. Но перед этим обновите свой рабочий стол вместе со мной. На последнюю стабильную версию. А также нужно установить ленту виджетов. Ссылку на все эти файлы я оставлю внизу в описании под роликом. Скачать вы их сможете в моем телеграм-канале. Также, пожалуйста, не забудьте на него подписаться. Ведь у меня часто выходят полезные и интересные ролики. Дальше, друзья, выделяем файл бэкап. Еще. Копировать. Внутренний общий накопитель. Здесь находим папку MIUI. Заходим в нее, Backup, All Backup, находим здесь папку с сегодняшним числом, когда мы создавали бэкап. Здесь уже лежит наш бэкап. Сюда мы и вставляем тот бэкап с виджетами. На файл Descript не обращаем внимания. Это бэкап с виджетами, а это бэкап нашего рабочего стола. Давайте его на всякий случай сохраним. Выделим его, нажимаем «Переместить». Внутренний накопитель. Я создал здесь папку APK. Вы можете создать любую другую папку для своего удобства. Захожу в нее. Нажимаю «Переместить». Теперь нам остается только подменить это название к тому бэкапу с виджетами. Поэтому выделяем наш бэкап. Еще. Переименовать. Удерживаем на выделенном тексте. Обратите внимание, что текст должен быть выделен до точки. Нажимаем три точки, копировать, окей. Все, идем назад в нашу папку MIUI. Backup, All Backup. Наши виджеты уже практически установлены. Выделяем бэкап, еще, переименовать. Выделяем до точки название. И вставляем то название, которое мы взяли с нашего бэкапа. Вставить. Окей. Все, теперь его остается только загрузить. Заходим в настройки. О телефоне. Резервирование и восстановление. Мобильное устройство. Вводим свой пароль. Восстановление. Находим сегодняшнее число. Здесь у нас уже лежит подмененный бэкап с виджетами. Восстановить. Завершить. Выходим на рабочий стол и смотрим, что у нас получилось. У нас появляются супер папки из MIUI 14, а также те самые животные, которых так нахваливали китайцы в MIUI 14. По сути, конечно, друзья, эти животные нужны только для прикола. Ну и далее также у нас идут интересные виджеты. Также, друзья, отмечу, если не установить то обновление рабочего стола, которое я вам давал, некоторые виджеты могут не работать из-за этого. Но в целом виджеты все равно могут установиться. Теперь, если вы озадачены, почему здесь так сбился ваш рабочий стол, то его можно легко настроить. Например, сделайте щипок, зайдите в эту папку,
выделите приложения, удерживаем на них, переносим на тот рабочий стол, на который мы хотим. Таким образом, мы можем выносить ярлыки из суперпапок. Но, к сожалению, если вы вынесли эти ярлыки из суперпапки, поместить обратно их в эту папку уже не получится. Далее просто удаляем те виджеты, которые нам не нужны. Если вы их удалили, восстановить их также не получится. Так что оставляйте те виджеты, которые вам нужны. Животных, естественно, тоже можно переносить. Также в этих настройках включено меню приложений, которое вызывается вот таким свайпом. Чтобы это изменить, сделайте щипок, настройки, еще, рабочий стол, выберите классический. Теперь все ваши приложения будут на рабочем столе, как и раньше. Ну и конечно, друзья, если вы захотите вернуть свой рабочий стол в исходное состояние, как он у вас был до этих виджетов, то это легко можно сделать. Зайдите в родной проводник MIUI. Помните, я говорил вам создать какую-то папку, у меня она называется APK, и туда мы перекидывали свой бэкап рабочего стола в начале видео. Так вот, вам просто нужно выделить этот бэкап, нажать «Переместить», «Внутренний накопитель», «Папка MIUI», «Бэкап», «Сегодняшнее число», нажать «Переместить», нажимаем «Заменить». Теперь идем в «Настройки», «О телефоне», «Резервирование и восстановление», «Мобильное устройство», «Восстановление», опять «Сегодняшнее число» и нажимаем «Восстановить». И наш рабочий стол восстановится в исходное состояние, до виджетов. Мне эти виджеты нравятся, пока я не буду этого делать, похожу с ними. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, постараюсь вам помочь. Всем пока!